Пойду плов готовить. Соседка сверху, Валентина Дмитриевна, очень милая женщина оказалась. Ей 46, а выглядит на 30, представляешь? Причем до 40 замуж никто не брал, а потом стал ухаживать один аспирант-физик. До сих пор на руках носит. Двое детей уже у них. Хозяйственный такой. Сумки помогает принести. С детьми ночью сидит. Не красавец, конечно, но когда хороший отец. Леночка, а соль не дашь?